президентом поставлена задача выработка стратегических направлений для того, чтобы в нынешних условиях уже не информационного противоборства, а информационной войны достигать результатов, которые бы позволили стране двигаться вперед. Главным приоритетом будет являться работа в информационном поле, интернет, традиционные средства массовой информации. Необходимо просто систематизировать эту работу и требовать с каждого на своем участке для достижения результата. Изменения в закон о средствах массовой информации уже в первом чтении приняты. Мне кажется, что общие подходы найдены. На наш взгляд, очень важно, чтобы закон позволял оперативно принимать решения. Я думаю, что в этом смысле вот эти новации, которые мы внесли, помогут быстро и адекватно реагировать на меняющуюся обстановку в информационном поле.